американо и что такое американо. По сути своей, американо – это продукт, который очень похож на фильтр кофе. Есть масса, опять же, легенд. Да, кофе, на самом деле, это продукт, который имеет много легенд. Кофе-чай – это продукты, которые имеют очень много интересных легенд. Но по одной там из легенд, это было спроецировано на американских солдат или на американских туристов в Италии, культура которых все-таки и до сих пор остается фильтр кофе. Они любят больше фильтр кофе. Большой объем, да, мы даже в кино видим, они ходят с этими бодейками, наливают здоровые-здоровые кружки и себе потихонечку сидят, лакают такую темно-коричневую жидкость. Для того, чтобы удовлетворить спрос на такой продукт, на длинный объемный продукт, да, и ненасыщенный во вкусе, итальянцы понаблюдали немножечко об экстракции сухих веществ, да, о переходе сухих веществ непосредственно в кофе. Они посмотрели и сделали вывод, что когда готовится эспрессо, переходит порядка 19-21% экстрагируемых веществ, да, из 100 возможных 19-21. Когда готовят фильтр кофе, переходит порядка 5-11%. То бишь, с точки зрения здравого смысла, там, логики и какой-то вменяемости, все очень просто. Для того, чтобы приготовить американо или кофе, который очень похож на фильтр кофе, это не есть одно и то же. Он просто похож. Правда. Нам необходимо концентрацию эспрессо разбавить водой. Все до банальности просто. Что мы делаем? Вот мы сейчас сделаем два варианта. 80-100 мл воды и порция эспрессо. Да, согласен, техническая вода, согласен. Но за неимением горничной, говорил великий Чайковский, имеет дворника. Мы готовим эспрессо. То есть в одном варианте я налил водичку, затем готовлю эспрессо. В чашечке справа это будет радикально противоположная структура. Сначала приготовим эспрессо, потом нальем воду. Принципиальной разницы нет. То есть важно концентрацию эспрессо просто разбавить водой. Но с точки зрения безопасности, да, я не держу чашку у носика, да, но и, как бы говорят, можно сохранить тему, но мы держим чашечку у носика. С точки зрения безопасности я этого делать не буду. Налью так. И мы с вами увидим. Два принципиальных. Это тут делаете, да? Да. А тут да. Тут вода. По тем эспрессо, тут свой эспрессо, по тем вода. Не более того. Но, ребят, ни в коем случае не прилив, не экстракция через таблетку кофе. Теперь понимаете почему? Да. Окей. Уже хорошо.